Да. Да? Да. Домой. Домой. Где детонатор? Я бы не сказал, где. Лёва, он меня обижает. Это вам, вот это Лев, вот это Алена. Ну так, на всякий случай, для сводочки. А он волк. Я сегодня что, я хотел сегодня небольшой вложик записать, где умещу в одном две темы. Первое, это мы сегодня обкатывали Overwatch. Overwatch! Open Beta Алёне очень сильно понравилось. Мне нравится Overwatch. Overwatch. Мне нравится Overwatch. Тебе нравится? Вообще, волку. Волку ничего не нравится. Мы очень... довольны игрой, она оказалась очень крутой. И нас долго бомбило, что она не фри-ту-плейная, хотя сейчас уже понимаешь, что... Ну ладно, что 2000 потратить, господи, на Overwatch не так уж 3. Две. Ладно, 4, да? Ну ладно, 4, но так-то... Ну там 4, не, ну понимаешь, там... 3998, ну, прошу ладно, заметить. Ну ладно, Лев, 6. Не, ну если вы хотите, конечно, себе в подарок коробку с вкусностями, там, физическую... фигурку там, ну, короче, все это в жопу, 2000 стоит. А еще мы сейчас идем на гражданскую войну, и после того, как мы выйдем, там уже будем высказывать мнение по поводу гражданской войны. Вот, что насчет Overwatch? Что насчет Overwatch рассказать? Ну, классная игра. Мужик с револьверами крутой. Мы на одном дыхании вообще сегодня проиграли. Сегодня проиграли весь день на одном дыхании. Проигрывали. Проиграли. Да, купили, продали проигрыватель. Проигрывать. Купили выигрыватель. Симулятор проигрывания. Да. Вот. Трейсер классная. Летает. Трейсер отстой. Трейсер меня бесит. Гореть ей в воду, в котле. Да, она классненькая такая. Носится, как дурочка. Ее убить довольно тяжело, вот что самое главное. Это точно. Это да. Поэтому, наверное, ребятки, если что, если вы посещаете наши стримы, возможно, на стримах добавится к стримам такая... Overwatch! 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 Да! Зачет вообще! Ну, конечно... Игра, она, вот если брать политику Valve, она прям такая должна быть фри-ту-плейная. Так, Team Fortress. Ну, конечно, это тупо Team Fortress спёрнутый. Ну, как спёрнутый? Очень классно спёрнутый. Пиксаровский блеск, слюнями просто обмазываюсь от этого всего. В общем, ребятки, если у вас возникает вопрос, стоит ли игра своих денег, скажу вам, что... Да, стоит. Ну, понимаете, да? То есть вы не да, стоит, а ну да, да стоит. Вы чувствуете? Да, пожалуйста. Угу. Вот. Ну и, собственно, на этом, пожалуй, все. Вот. Здравствуй, Ника. Привет. Что у тебя тут в руках? Ты это самое побираешься, да? Дружелюбная собака. Ага. Дружелюбная. Дружелюбная для кого? Для тебя или для... Для всех. Для желудка. Желудка, да. Для желудка, а не твоя. Пошли, пошли. Что? Это твое. Это мое. Вещи твои. Я, короче, домой ночью. Взяли пару вещей. Обокрали. Да-да-да. Первое. Человек-паук. Ну вообще, ну куда? Откуда он такой вообще взялся? Я такого ни одного... Ну, я сразу говорю, что он будет, типа, ни о чемном, потому что он сопляк, реально. Ну, просто... То есть, получается, я знаю, что несколько есть вариаций, да, Человека-паука. Есть две. Вот две вариации, да. Типа, одна. Есть ультимейт и есть Amazing. А этот кто тогда? А это... Это так чисто вот, ну, чтоб не обидели. Я не знаю, кто это вообще был, потому что... Ты видел эту тетю Мэй? Она старушкой всегда и везде была. Какого черта из нее сделали? Я не знаю, в следующем, наверное, в следующей интерпретации Человека-паука тетя Мэй будет это... 18 лет. И дядя Мэй. Нет, тетя Мэй 18 лет. Молодая просто такая, да? В целом добротный марвеловский фильм. Нет, фильм сам... Они придержались канонов, но... То есть как бы с комиксов там взяли, да, и это взяли. Как бы это типа приятно, но... Ну много сцен веселых вообще реально. Ну нормально. Юмор, да, должен быть в фильмах каких. А мне не понравилось конкретно то, что... Слили Кроссбоуна, вообще слили просто реально. В экзоскелете. Его настолько мелочно. Я думал, это вообще юнит обычный. Его на 2 минуты показали буквально и слили его тут же, то есть прям убили окончательно. Это слив полный. А он как бы, ну, много, да. И главный этот злодей, он, по идее, Барон Зено, он там, типа, в комиксах был, ну, гораздо круче, гораздо влиятельнее и гораздо дольше. Тут тоже получается какой-то чувак просто мстил за свою семью, вот и все. Боевик они хороший сделали. То есть, ну, в плане постановки, в плане съемки, все это так красиво. Экшена, да, было вообще нормально. Вообще, как бы по-хорошему лучше пересмотреть всех Мстителей, вообще все марвеловские фильмы. Там
там не только, там вообще там надо там... смотреть и сериал, и фильм. Там вообще все надо. Я вот даже немножко пожалел, что вот не посмотрел и пришел. Я просто половину сижу, там что-то непонятно. По тонкостям размусоливаю. Ну, что-то я уже не помню, что там было. Человек, который вообще все не смотрел, ему во многих моментах ничего не объясняют. Я думал, видео уже закончилось. На этом, ребятки, все. Мое, не надо. Мое. Да, это Несквик. Да. Мне нравится. Все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик. Ну, мое. Все.